Сегодня в Алтайском крае начал действовать карантин по гриппу и ОРВИ. В регионе зарегистрировано более 20 тысяч заболевших. Больше половины из них – дети до 14 лет. Уже на прошлой неделе был прекращен учебный процесс в Михайловском, Смоленском, Косихинском, Романовском и еще в 8 районах края. Напомним, что занятия в детских садах и школах отменяются, когда заболевает 20% детей в группе или классе. С сегодняшнего дня запрещено навещать больных, находящихся на стационарном лечении. В больницах, магазинах и других точках массового скопления людей введен масочный режим. Врачи рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест, чаще мыть руки, при первых симптомах ОРВИ или гриппа не заниматься самолечением.